Вот, друзья, мы вышли из санатория и идем на набережную реки Псы-Зуапсы. Обычно мы на море идем вот там. Сейчас мы возьмем левее. Вот тут мы как раз пройдем мимо остановки, которая рядом с санаторием. Вот наш санаторий. Видите, вот он. Мы оттуда пришли сюда. Вот остановка транспорта, где ходят автобусы. И идем к Псы-Зуапсы. Обычно мы вон там, вон где девушка идет. Вот там спускаемся, потом направо и на море по улице Павлова. А сейчас мы прямо. Ой, прелесть какая. Ой. И тут такая же прелесть. Вот магнит, вот здесь. Магнит. Тут парикмахерская и салон красоты. А вот здесь, по этому тротуару, мы идем к морю. Это улица Павлова. Здесь идет уборка осенняя полным ходом. Обстригли лишние веточки. И их сразу вывозят. Итак, повернули по улице Клараш, вот налево, и вот под такими ливанскими кедрами, или как это я сочинила уже, конечно, вперед. Прошли рынок, повернули на улицу Малышева, и вот такой симпатичный фонтанчик нам встретился, и идем дальше. Да. Идем прямо. Там по той стороне все магазинчики. А здесь тротуар такой. Такая тут красота. То ли русские кокошники, то ли восточные дворцы. То ли русские кокошники. То ли дворцы падишаха. Универсальный спортивный комплекс Лазаревский. А вот такие тут розы. И я бегу к желтым розам. Мой любимый цвет. И беленькие, нежненькие. И красненькие тоже. Красотульки. И вперед. По улице Малышева, я так понимаю, да? А там что? Там какая-то база отдыха или детский сад? Это не корпуса, это беседки. Это типа как беседки. Видели тут бюст? Сережа говорит, вон, наверное, бюст Малышева. Сейчас посмотрим, кто. Я думаю, Малышева, это, наверное, тоже летчик. Малышев Алексей Петрович, герой Советского Союза. Кто такой, не знаю. Сейчас обойдем. Скульптор Марат Минасян. Не написано кто. А в интернете посмотрим, кто такой Малышев. Или зрители напишут местные. Идем дальше. Шли сейчас навстречу нам два подростка. Я у них спросила, кто такой Малышев. Они сказали. Летчик, герой Советского Союза. Но подробнее я все-таки посмотрю в интернете. А это что за плоды? Кто мне напишет? Ой, какая красота! Ну вот, мы уже вышли на набережную. Сколько минут примерно шли? Минут 10, наверное.
Давай вон там вон уже подойдем, а потом пойдем. А мы куда идем? Ну да, вон он, подвесной тут недалеко. Вот уже шумит. Псы за псы. Вот такая набережная. А потом мы пойдем обратно в сторону моря. Пока идем к подвесному мосту. Здесь даже калиточка есть, в которую можно пройти, спуститься к речке. А речка вот она. Несколько русел образовала. Обмелела. Не как в прошлый раз. В прошлый раз, то есть это 2 года назад мы здесь были. Если не 3. Нет, 2. 2 зимы тому назад. Вот, бегали вон по тому мосту взад-вперед. Ой, какая красота, друзья. Ой, какая красота. Смотрите, какие цветы здесь. И вон там тоже потом покажу. Здесь жилые дома. Вон продается квартира на 3-м этаже или на 2-м. Как? Продаю. Вдруг кому надо. Приблизила. Вон еще на 1-м этаже. Отрекламировала. И на 1-м. Угу. И на 1-м продается. Так что, друзья, налетай. Жарко сегодня. Я зря эту джинсовку надела на себя. Очень жарко. Отличное место прогулки. Не каждый день же вдоль моря. Можно и вдоль речки пройтись. А вот это интересно, что это? Перекати-поле? Похоже на гигантское перекати-поле. Ну все, а тут уже нету набережной. Просто вдоль речки идем к мостику. Ой, смотрите, какая прелесть. Сейчас панораму сделаю. Сережа от меня отстал. Сережа идет, любуется, а я бегу. О, тут самолет, смотри, детская площадка как оборудована. Самолет, самолет, ты возьми меня в полет. Вот такая синь и красота. Как тут вырезано ствол погибшего дерева. Вот. Жар птицы прямо здесь. Ну, я помню, я это вроде бы как снимала. Не помню, показывала или нет, но снимала. Вот. Сереж, помнишь, тут мы с тобой бегали туда-сюда? Сережа идет на мост, говорит, сними меня. Я его сниму и тоже поднимусь. Сережа пошел. И машет. Ну иди туда, здесь очень близко. Не тряси мост, а то упадешь вместе с мостом. Ну все, оглянись уже. Оглянись, незнакомый прохожий. Нет, уже не слышит, там речка шумит. И пошел. Вы на него поглядите-ка. Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд не подходит, незнакомый. Может, я это только моложе, тебя узнаю, ничто на земле. Не проходит. Все, и я пойду. Главное,
Я говорю, пойду ты меня снимешь, а сам сразу пошел и пошел. А я тут стою. Жду, когда он там руками помашет откуда-нибудь. И я пошла, друзья. Я думаю, что за шум? А это, оказывается, вот Сережа идет по мосту. И вот такой звук. Ого! Вот эта тряска тут. Смотрите, как ходом он все ходит. Ого! Идем. А здесь видно молодожены. На счастье свои замочки понавешали. Ой, какая красота! Вас снять? Ну, встань вот здесь вот. А я вон оттуда. И детям пошлю. Давай. Вот так, чтобы было видно, что мы с тобой издаля и вдаль. Ну, руку, руку, товарищ. Теперь меня. Только не урони мой телефон. На, он снимает. Аккуратно идет. Бери. Видно, вот сзади меня виден мост? Еще как. Голову немножко вот сюда, чтобы его лучше было видно. Все, только не прыгай вниз. Все. Ой. Мы снова сюда попали. Я 2 года назад думала, что это прям вот райское место. И мы снова в этом уже самом-самом райском месте. Ну, таких самых-самых в Лазаревском много. Все самые-самые. Да, сейчас вон уже идут. И прям мост трясется вовсю. Так что те, кому страшно, не ходить. Видите, как по таким доскам тонюсеньким идем и выбираем, куда можно ступить, а куда нельзя. Вот, мотается, потому что с той стороны уже тоже пошли. Вот на эту доску нельзя. Вот на эту доску нельзя наступать. У нас тоже такой был мосток через нашу речку в детстве и в юности. Ну, конечно, не такой длинный. У нас речка была не такая широкая. Но тоже был подвесной. Или трос, уже не помню, как называли. Ой, все. Ой, все. Сходили на тот бережок. А внизу, Серёж, смотри, вот под мостом порода какая интересная, да? Она же тоже долгими веками вымывалась руслом реки. Вот эта вот порода. Сейчас после дождя выйдем. Ну все, уходим, а народ идет сюда. Какой змей тут летает. Ой, как будто живой. Как будто что-то живое. Классно летает. Вообще. Супер, как живое.
Красота. Смотри. Давай. Ой, Сережа, как мальчишка. Говорит, хочу попробовать. Давай я вон оттуда, на фоне речки. А то тут на фоне жилых домов получается. О, красота. Ага. Сиди, сиди, сейчас я тебе. Хорошего помалешку. Зверушки, здесь можно где хочешь посидеть. Вот такая вот красота. Почти олимпийский мишка. Зайка. Зазнайка. А, вот он. Змей этот, которого я снимала. Это твой змей? Классно, он летает у тебя. Сейчас взлетит, да? Сейчас посмотрим. А глазки какие? Вау. Тут еще есть. Там были и здесь. Такая тут. Прелесть кругом. Я, знаешь, что вспомнила? Помнишь, были у Ирины Полуниной, Свети, в гостях зимой и гуляли вдоль речки. Да, почему-то вот вспомнилось мне. Там зима была, и почему-то тоже так же было и мило, и как-то так романтично, красиво. Ой, какая река. Классно. Вот такие места тут заповедные. Деревца вот свежепосаженные. Они, конечно, вырастут. Вот тоже. И еще лучше. Куда уж лучше. Красиво. Очень. Да. Помнишь эту набережную, какая она была, как мы шли тут по лужам, перескакивая через грязь. А вон дворец какой. Вау. Такие клумбы. А здесь сцена. Эстрада. Да, эстрада. Такие здесь отели и гостевые дома. Так вот, пойдем, пойдем и до моря дойдем. А вон смотри, юка цветет. Прям так красиво. Цветет юка. Вот она. Красота. Ой, а воздух не надышаться. Мало того, что не налюбоваться, а еще не надышаться. Ой, какая красота, смотри-ка. Чьи-то фотографии здесь. Не знаю, какого автора, но очень красивые. Вот мы идем, и практически возле каждой лавочки разные. А это дольмен. Это дольмен. То водопад какой-нибудь. Ну, в общем, очень такие живописные места. Лазаревского и под Лазаревским. А здесь, смотрите, речка вообще вон куда ушла, русло. Вон прям вон где. И тут опять в два русла и вперед. Широко разлитое. А там дальше снова.
несколько рукавов. Впереди уже вон мост автомобильный и железнодорожный там. Мы через него проходили туда и обратно, когда на озеро Дивное ходили. С Сережей тоже по всему Лазаревскому тогда пешком прошлись. Только отключаюсь и опять что-нибудь красивое. Ну смотрите, какая красота. Разве не красота? Ну, вот такая вот прелесть. Прелесть. И здесь. Здравствуйте. Вот не могу не снять. Иду. И опять включаю. Смотрите. Ну прям вот разливы серебра. Разливы серебра. И солнце. Ну а я иду по поручению одной из моих, не знаю, я подписчиц, нет, но моей зрительницы, которая очень просила показать снова памятник Шарику. Я уже показывала, а ей дала ссылку на свое видео позапрошлогоднее с памятником. И еще у меня есть, когда мы с зятем, с внучкой ходили туда и снимали. Вот. Ну, она говорит, показать свежую. Ну вот, иду снимать свежие видео, иду снимать с Шариком. А вот тут вот такая спортивная площадка, классно оборудованная. Смотрите, все тут, что хочешь и как хочешь можно. И качаться. Вон уже Сережа начал поднимать диски. А ты сколько поднимал вот-то? Ты же гиревик же был. Не, ну в штанге, когда я занимался, 90-100 там как. А рывок там чуть поменьше занимался, первый разряд, но потом позже. Вес 24 килограмма, гирю 163 раза. Одной рукой. Ого. Ого. Шли, шли, нам издали даже показалось, что под мост уходит набережная. Почти обрадовались. Вон мосты. Да, Сочинское шоссе. И вот здесь, наверное, заканчивается. А здесь вот такой терем-теремок. Он не низок, не высок. Может, тупик? Нет, вон направо куда-нибудь. Направо куда-нибудь. А вот арка тут, буквой П сделанная какая-то. Видишь? А вот, теремок-то, смотри. Смотри, с часами он. Я пойду поближе сниму, Сереж. Друзья местные, кто скажет, что это за заведение такое красивое. Смотрите, такой вот терем-теремок. Он не низок, не высок. Мы идем. А, часы неправильные, да? На здании. На теремочке неправильные часы. Значит, просто. А, все, Сереж. Нету. Хода нет. Зато вот такая буква П. А, мужчина. Мужчина пошел. Да он просто на мост, наверное, пошел. Мы уж туда не пойдем, Сереж. Мы не знаем, что там, как. Не-не. Вот же. Пожалуйста, дорога прямоезженная, прямохоженная. Я не пойду за мужчиной. Не знаю, куда заведет. Вот же. Тут все есть, куда идти. Сейчас мы с тобой все разведаем. Все посмотрим. Что, где, когда и как. И придем к Шарику. Ну вот, вышли мы к Наутилусу и идем в сторону моря. Да, мы выходим на улицу Победы. Тут уже не раз проходили мы за эти годы. И снова идем. Где? Ну да, елки. Декоративная капуста, розочки миниатюрные, очень красиво. А розы вот, пожалуйста, дерево такое
так бы сделано. Очень. Ночью очень. Давай вот тут сейчас перейдем. Как раз светофор загорится. Нашли переход под железной дорогой. Вот и все. И дальше мы с тобой свободны. Дальше мы опять, наверное, пойдем левее. Там река. И вдоль речки. Сейчас посмотрим, правильно идем, неправильно. Какой ажур, глядите-ка. Красота. Вот и пришли. Вот такие здесь цветнички. И тут тоже. Что-то я скульптуры не вижу. А их убрали, что ли? Или их размыло штормом тогда? Ну, здесь вот были скульптуры. Женщины стояли красиво так. Красивые скульптуры были, их нет. Сейчас идем к шарику. Вон он. Ну, а тут вот целый ряд вот так вот. Как бы клумба была большая, цветник. Вот этих вот не было торговых сооружений. Оставили только памятник шарику. Вон как сделали. Но шарик на месте. На месте шарик. Так что не волнуйтесь. А то прям кто-то там написал, что шарика уже снесли. И уже нет ничего. Ничего-то, может, и нет. Вот, как раз, видите, место такого вот прям цветника длинного, широкого. Оставили вот такие вот. Ну, зато это какие-то пальмы вырастут. Озеленители, наверное, знают, что делают. Ну, и как-то, да, сиротливо так этот памятник теперь. Вот, шарик, друзья. Ой, его даже тут вот пробило, как бы камушком. Вот шарик. Шарик – морской пес, легенда Лазаревского. Встречал рассветы, провожал закаты, вильнул хвостом, за камушком нырял. Доверчиво смотрел нам прямо в душу и часть своей души собачьей отдавал. Скульптура установлена на пожертвование неравнодушных отдыхающих и местных жителей. Видео свежее, но шарик уже видавший виды. Потрепанный ветрами, штормами, шквальными дождями, такими, как вчера. Но морда такая же добрая и верная. Замостили, короче, все. Ну, наверное, так надо. Нет, конечно, вот здесь вот так все вот было зелено-зелено. Вот тут вот все вот так. Но я найду, я вставлю, как было. Прочитать. Шарик морской пес, легенда Лазаревского. Встречал рассвет, провожал закаты. Вот уже шарик был. Шарику хотите написать? Ну, если получится. Ой. Не, не пора, не может получиться. Видно? Да. Ну, все меняется, что говорить.
Вот. А тут вот река Псызопсе. И вот там она впадает в море. И шарик вот. А теперь к морю идем. Ой, смотри, какие там волны на месте впадения. И море какое красивое. Сейчас я попробую приблизить. Смотрите. О-хо-хо. Красота, да. Какая. Сейчас пойдем. Голуби. О, вот это шторм. Тут вот это волны. Ну, знаешь, как-то камни то ли мельче стали. Булыжники тут огромные были, да? А сейчас как-то, да, разровняли. А то прям по булыжникам было как-то не очень. Чайка реет над волнами, гордо, как буревестник. На эту красоту можно смотреть вечно.
здесь оно вот сбаламученное такое, да, мутное, а там цвета какие. О. Видите, как красиво-то. Это плодики какие-то. А, это же магнолия крупноцветковая. Да. Нет, крупноцветковая. Крупноцветковая магнолия. Вот. Вон какие плодики. Красоты неописуемой. Да-да-да, это крупноцветковые магнолии. И вон какие шишки, как бы. Вот. Одни вон такие мохнатые. Или одни и те же шишки просто раскрываются красненькими плодиками. Надо почитать в интернете. Вон какие. Вот. С плодами. А вон еще вообще красота. Я даже не думала, что магнолии, вот они... Весной так цветут, ну, в смысле, в начале лета. А потом осенью вот такая красота на них. Ой, глаз не отвести. Вот такого чуда. И смотри, они прям вот болтыхаются, болтыхаются, как будто хотят упасть. Прям вот-вот упадут. Смотрите, крутится, крутится на ветру. Ну вот, там вон набережная, море, а мы совершили круг почета. Практически, да, вокруг Лазаревского. И возвращаемся домой по улице Павлова от моря. Да. Так быстро не пойдёшь. Ой, ну магнолии меня очаровали. Я даже не знала о таком. Век живи, век учись. Песик, ты чей песик? Песик? Ты чей? Чей-то он с ошейником. А где у тебя хозяин? А я уже дошла. Пока Сережа в пятерочке, я пришла. 15 метров еще до ворот. И я в санатории. Сережу буду ждать. Сейчас из пятерочки придет. Зашел в пятерочку и пойдем в столовую пообедать. Здрасте.